Всем привет в новом влоге. Этот влог у меня начинается с йоги. Я решила позаниматься тут на днях. В общем, мне зашло даже как-то больше, чем просто обычную зарядку я делала. Так потянулась на свежем воздухе, на солнышке. В общем, клёво себя почувствовала. Мышцы пришли в тонус. Завтрак вообще был просто потом в удовольствие. Поэтому йога с утра – это вообще супер круто. Мой завтрак без глютена, сахара и молочки. И на десерт пойду еще нарву себе клубнички. Будет клубничка с кофе, в общем. Нужно опять переходить на более чистое питание, иначе есть всякие конфетки – это зло. Сбегала сейчас быстренько на огород, нарвала клубнички. Вот он, самый вкусный десертик с кофе на кокосовом. Эта булка уже 5 минут на спине не лежит. Все, ей надо быстрее к игрушкам. Ей теперь интересны игрушки, только которые высоко висят. Ты-то вот задрала так пчелку, потому что они висели низко, и ей они неинтересны были. А то, что висит высоко, мне интересно, да, котенок? Да, лап моя? Эй, пирожочек маленький. Красивая игрушка, да? Сидим, короче, развлекаемся тут. Бэмби мой маленький, бэмби. Будет кабачковый оладушек. Натерла кабачок на мелкой терке, добавила яйцо, укроп, соль. Кстати, вот такая соль мне нравится. Вот, вкусная соль. И состав хороший. И прямо она со всякими уже специями. И рисовую муку сейчас добавлю. И буду все это дело жарить на топленом домашнем масле. Все делаю на глаз, чтобы такая консистенция загустелась слегка. Буду жарить. Вот такое солнышко у меня получилось. Здесь получается кабачковый оладушек, помидорка, колбаска с хорошим составом и мазик тоже с хорошим составом. В общем, вот такая вкуснятка. Как узнать, что есть скрытый крахмал? Возьмем гербер. Цветная капуста. Кстати, в цветной капусте нет крахмала. Берем. Никуш, пахнет такой себе. Понюхай. Угу. Кабачок лучше пах, да? Фу, мне скажешь, тоже не нравится. Был ты? А потом эти крышечки закрывать. Да, она не съест, во-первых. Мы сегодня только перли. И капаем йод. Так, не бейте меня, пожалуйста. Ну, на фиолетовый это не похоже, да, цвет? Нет. То есть, если бы был фиолетовый, значит, есть крахмал. Здесь нет крахмала, не добавляют. Гербер молодцы. В общем, походу, гербер все-таки добавляет крахмал, потому что вон... Все у нас фиолетовое стало, я размешала, и получается стало все фиолетовым. Короче, гербер вообще фу, больше такой мы не покупаем. Скрытый крахмал добавляют, блин, а стоит в 3 раза дороже, офигеть просто.
эко, органик, вот это, блин, эко. Добавили крахмал эко, зато в составе они не пишут, но по закону 5% производитель имеет право не указывать. Так, вот где тут у них состав? Цветная капуста 84%, вода. Кусить хочется. Пробуем цветную капусту. Да. Не кошь, не кошь, не кошь. Открывай скорее ротик. Давай, давай, мой сладкий. Ага. Ну как тебе, кабачок лучше нравится? Да? Давай чуть-чуть еще, давай. Ты что так напряглась? Давай пол ложечки съедим. Вкусный? Бух? Ух, как гремит, скажи. Да? Нравится тебе? Нравится? Да правда, счастливкин мой. Правда, так что ли? Сейчас погреется еще одна баночка, и будем еще одну кушать. Съели полторы банки. Нам мало. Да? Нам мало, козы, полторы банки-то. Чилим тут с Никушей. Я с Боржоми. Она с игрушками и грызл. Восхитительный грызунок. Ника от него в восторге. Да? Выписывала на Озоне, по-моему, я. Пиже он что-то в пределах 400 рублей. Такая штучка. Она такая мягкая, силиконовая. Но котенок. Вкусно, да? Как вкусно, скажи. Что за фарш? Синим говядиной. А тесто как делаю? Яйцо, мука, соль, вода. Всё, оставим. Вкуснятинка сейчас какая будет. Ну что тут за вкуснятка приготовилась? Это вкуснятка сейчас будет, да? Вкуснейшие мантики, да со сметанкой домашненькой. Вот так сейчас помажу, и будет мне вкуснятинка. Выглядит, конечно, неаппетитно, но поверьте, это очень вкусно.